день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с батарейками и аккумуляторами типа 2А, 3А и аналогов, которые идут на 1,5 вольта. Плюс еще для аккумулятора батарейки типа Крона на 9 вольт. На AliExpress тут есть товары за $2. Ну, я вот увидел вариант определения напряжения текущего состояния батареек аккумуляторов на 1,5 вольта и 9 вольт Кроны. Что у вас продемонстрировано по центру. Ну, Крона у меня нету, поэтому продемонстрировать не могу. Все это доставляется консолидировано минимум от 3 покупок, чтобы получить $2, ну, или больше при желании. И что из себя представляет тестер? Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Вот он поставляется в таком варианте. Здесь написаны характеристики. Кому есть необходимость, можете сделать паузу, посмотреть. Там написано, что для определения емкости, но, как оказалось, здесь определяет только напряжение, и исходя из результатов напряжения говорит вам, что батарейка, аккумулятор в нормальном состоянии, в среднем, и надо менять вот так вот. И давайте продемонстрируем, посмотрим, как он функционирует. Для этого он предоставил несколько батареек, а вернее 2 по 1,5 вольта, это 2А и 3А. Кстати, доставлял это Казань-Экспресс, поэтому все пришло в нормальном состоянии. И давайте снимать упаковку. Ну и более подробно рассмотрим. Здесь вот говорится на 1,5 вольта. Кстати, может брать и есть вариант до 4-5 вольт. Принцип точно такой же. И вот здесь вот написано, что такой-то диапазон вольт нормальное состояние, такой-то диапазон низкое состояние емкости. И если у вас показатель вольта такой-то, то нужно менять, соответственно, батарейку, аккумулятор из ваших устройств. Достаточно удобное устройство, чтобы не использовать мультиметр, доставать, подключать и тому подобное. То это на полке взял и измерил. Ну и давайте посмотрим, как функционирует. Минус сюда у нас, ну и плюс сюда. Ну и видим, что здесь у нас 1,3 вольта. Практически нужно менять. Он уже 1,1. Вот. Так, ну тут правильно еще нужно установить. Кстати, вот здесь есть выступ. Здесь как такового выступа нету. Ну тут, конечно, плюс-минус. Лапать особо доверять таким устройствам не стоит. Ну вот здесь уже получше состояние аккумулятора, батарейки. Весь 1,24. Еще может послужить данная батарейка. Ну и для варианта посмотреть, может ли он мерить напряжение других аккумуляторов. Давайте померяем таблетку стандартную для системного блока, ну или используемые для различных устройств, в том числе и для пультов. 20-25, 3 вольта должно быть, 3-вольтовая. Плюс у нас здесь. Ну и как видим, 3 вольта у нас есть. Можно использовать и больше, 1,5 вольта. Более здесь есть возможность использовать и 9 вольт. И давайте посмотрим вот этот вот аккумулятор 21700. Здесь, ну и как видим, он тоже меряет. 1,4, 1,4. Я не знаю, как другие тестеры, которые уже специально предназначены для 4-вольтовых батареек аккумуляторов, функционируют. Я уже разбирать не буду. Но без проблем, вот тоже вот аккумулятор. Это у нас аккумулятор. Так, ну здесь не написано. Очень плохо. Ну, если что, может быть, я ставлю, продемонстрирую. Но он тоже на 4 вольта, 18500, поэтому тоже показывает и демонстрирует. Вот такой вот у нас тестер аккумуляторов BT168D. Есть такой же с именами известным, Anning есть такой же. Есть такой же Anning для различных аккумуляторов, в том числе 4-вольтовых. Но здесь написано, что для 1,5 вольта. Потому что здесь вот здесь и на 9-вольтовую батарейку, аккумулятор, крону. Потому что здесь вот написано диапазон. Но если вы знаете характеристики,
когда у вас аккумулятор садится, при каких напряжениях, то я думаю, без проблем можно использовать и для других аккумуляторов, что я вам и продемонстрировал. Итак, я вам продемонстрировал тестер батареек аккумуляторов, предназначенных для типов 1,5 вольта, это 2А, 3А и других типа размеров 1,5 вольта. И также он меряет, согласно характеристикам заявлен, еще крону 9-вольтовую. Но как мы увидели, может и померить и другие аккумуляторы батарейки, это 21700, 2025CR, ну и еще вот вариант 4-вольтовой батарейки аккумулятора. 18500. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.